А еще ветер у нас усиливается. Ветер усиливается. Эй, только что он чуть окна не снес, Домир говорит, это жесть. Короче, заляпала мое семейство скатерть так, что она просто уже никак вообще не отстирывается. У одного вот такое вот пятнище с одной стороны, где он ел от борща. У второго вот такое огромное пятнище, где он ел тоже от борща. Что ты, бубенцы, переживаешь, да? Какой ветер. Короче, с Вовиной стороны, со стороны Дамира, два огромных пятнища от борща. Сразу видно, что они родственники. Короче, вообще никак оно не отстирывается. Я убрала к чертам. Так, оттуда вас слезаем. Я убрала, короче, к чертовой матери эту скатерть, заколебала, блин. Ну не отстирывается она, что я сделала? Хочу купить или новую скатерть, или такие вот штуки, как бы это так сказать. Вот они как большая доска для разделки, да, овощей там и так далее, да, для нарезки. Но они такие вот как в сеточку, и то есть их можно поставить, оно будет так вот красиво, туда можно тарелочки складывать. Ну, то есть своего рода скатерть в какой-то степени. Просто длинные такие вот два, ну, мне надо, наверное, два на стол точно. Два, может, и три этих. Вот такие вот штуки. Я не могу объяснить, как. Они, блин, роллы, суши еще на них подают. Коврик вот этот похож, в который заворачивают вот это вот листы нори, да? Когда заворачивают его в такой вот, как коврик, то вот из такого подобного материала. Сейчас сяду я. Я сяду. Лучше. Я сяду, присяду. Короче, я к тому, что они вот такие вот длинные, такие вот, как поднос, такие штуки, но они как будто соломенные, такие. Их просто вот так вот кладешь на стол и ставишь там тарелку, вот это вот все дело. И оно как бы и для сервировки красиво. И как-то я не знаю, и стол не голый. Мне что-то раздражает голый стол. Я привыкла к скатерти. Я давно уже привыкла иметь на столе скатерть. Ну, нравится мне. Или поискать, подобрать скатерть все-таки. Все-таки я вот не знаю. Может, поищу, подберу какую-то скатерть. Так, все, я буду дальше порядок наводить, потому что вот эта неделя, которую мы проходили медосмотры, которую мы... Это самое... Господи, я не могу, я вся дрожу. Когда мы проходили медосмотры, вот это вот сейчас в школу, туда-сюда, никакого порядка. Навела порядок, на следующий день, все, на следующий день уже срач развели, все, уже жесть. Только отгенералила. И все, тот там потоптался, этот там потоптался, этот там рассыпал, бубутон очудил, этот там еще что-то там. И все, и срач грязный. Ветерок, ветерок. Ну, ветер прям реально, чуть ли иногда прям, чуть ли окна не выбивают, прям сильно усилился ветерок. Я не знаю, насколько это много, 38 метров в секунду, но вот обещали сегодня столько МЧС. Вот. Говорят, лучше не выходить по возможности на улицу, потому что может и дерево сухое на тебя шлепнуться, и все что угодно, поэтому просят воздержаться, вот, и сидеть дома.